Медвежонок и маленькие волчата прописались в центре реабилитации животных в селе Кадниково. Туда их привезли из зоопарков, в которых содержать хищников стало невозможно. Как воспитывают малышей и что их ждет дальше, расскажет Валерия Васильева. Давай, мелкий, идем. Будешь есть? Да. Любимое лакомство Потапыча – чернослив, курага и малиновое варенье. После трапезы медвежонок сразу становится добрее и бежит играть. Опа, на лопаточке тебе. Любит бороться этот парень, играть. Любит на телефоне мультики смотреть. Откуда он родом? Из Таганрога. Там с ним занимались и воспитывали его в таких условиях, как в детском саду. В реабилитационном центре в селе Кадниково Потапыч поселился 2 недели назад. С рождения он жил в частном зоопарке. Из-за коронавируса средств на содержание хищника не стало. Его выставили на продажу. Тогда на помощь и пришли зоозащитники. В этом центре косолапый останется на всю жизнь. Слишком много времени провел с людьми. Таких животных, таких медведей отстреливают, чтобы они не напали потом в дальнейшем. Потому что они будут требовать пищу от людей. Если человек ему не даст, то он нападет 100%. Сейчас основатель фонда защиты животных Кирилл Потапов собирает деньги, чтобы построить косолапому большой и комфортный вольер. Там хищник сможет жить в полувольных условиях на территории площадью 1 гектар. Фэн, Гектор, Вуду и Бель очень игривые, добрые и умные. А еще они очень сильно боятся людей. Хотя это настоящие хищники, у всех волков на генетическом уровне заложен страх к человеку. Антрофобия у этих хищников, рассказывает Кирилл, сформировалась из-за негативного отношения к волкам людей. Этому учат и детские сказки, такие как «Красная шапочка», «Семеро козлят», «Три поросенка», где волк – главный антагонист. Поэтому, опасаясь, что стая нападет, люди их отстреливают. На самом деле волки не агрессивные животные, очень умные, моногамные, готовы на самопожертвование ради члена семьи. И траур держат они. Кирилл рассказывает, только в США за 100 лет хищники напали на человека всего 2 раза. И, скорее всего, были больны бешенством. Зато отстрелили их несколько сотен тысяч. Эти арктические волчата в центре 2 месяца. Привезли их, когда у матери, которая живет в зоопарке, пропало молоко. Малыши также получили здесь постоянную прописку. Мы очень сильно любим волков. Что выпускать их в природу и знать, что они сейчас не совсем сильно защищены, как бы выпускать их на верную смерть. Чтобы заботиться о больных, раненых и брошенных животных, Кирилл собирается основать в регионе целый экокластер. Строительство уже началось. Будет волонтерский центр, детский лагерь с биологическим уклоном. Вот, центр по реабилитации и мониторингу животных. Ведь еще Махатма Ганди говорил, что величие и моральный прогресс нации зависит от того, как эта нация относится к животным. Глобальная цель зоозащитников – научить людей на примере животных в центре жить в гармонии с природой, не истреблять жителей леса и не пытаться приручить. Валерия Васильева и Иван Мякишев. События ОТВ.